Мне не обидно. Мне очень обидно. Яна Викторовна, уже погодите. Ну, ни в коем случае не заставляю. Вот вы идеальный результат завтрашнего интервью. Вдохновить, раз. Вдохновить, два. Прийти на любое наше направление Ю-Мув. Так. А можно будет завтра сказать, кому не надо приходить? Лентяям не нужно приходить. Ладно, лентяям не нужно приходить. Не нужно. Они не придут, они останутся на здоровье. Диване. Они не смогут прийти. Нормальный слоган, ленитесь на здоровье. Тоже хорошо. Все остальным можно? Вот что бы мы завтра не рассказали, всем остальным можно. Если, однако, вы лентяй, то даже завтрашнее интервью вам... Кого-то на входе Демьян Михайлович не пустит? Ну, ладно. То есть в идеале завтра вы увидите, как мы... Как Яна Викторовна вас вдохновляет. Мы останемся за кадром. И отдельная просьба лентяям, пожалуйста, завтрашнее видение ни в коем случае не смотрите, ленитесь настолько, чтобы завтрашнее интервью вообще никаким образом вас не касалось. Пожалуйста, продолжайте лениться всю свою жизнь, живите долго, осознанно и будьте здоровы. А всем остальным это видео рекомендовано к просмотру. И с вами был... Демьян Михайлович. Спасибо, Яна. И за кадром Яна Викторовна.